Почти каждый человек когда-нибудь видел маяк, и все знают, что маяки указывают путь кораблям. Но вот почему маяки мигают? Почему маячные башни высокие? Как выбирается место для маяка? Об этом знают немногие. А сколько точно в мире маяков, не знает вообще никто. Если взяться говорить обо всех, пришлось бы написать несколько толстых томов. Книга Алены Воронцовой «Маяки помощники капитанов» расскажет вам всего несколько историй о маяках. А главное, поможет разобраться в том, что такое маяк и как он работает. А начинается книжка с ответа на самый главный вопрос – зачем нужны маяки? Затем мы отправляемся в историю маяков. Узнаем, как появились первые маяки, какой был самым известным древним маяком. Познакомимся с наукой, которая занимается изучением маяков. Конечно, очень интересно узнать, как устроен маяк, откуда в нем берется свет, из какого материала лучше всего строить маяк. Посмотрим на самые необычные маяки. Профессия смотритель маяка очень интересная, хотя на сегодняшний день уже не такая сложная, как была раньше. И, наверное, вам будет интересно узнать, когда в России появились первые маяки и какой на сегодняшний день является самым высоким. Заканчивается книга очень заманчивым предложением побывать на маяке, который ныне не действующий, но служащий для приема туристов и гостей. Я предлагаю вам вместе со мной сделать вот такой маяк, который поможет кораблям найти свой путь. Для этого нам понадобится черный картон формата А4, файл формата А4, белая бумага, фломастеры, бамбуковая палочка, клей, ножницы. Нарисуйте на файле фломастерами несколько кораблей. Вырежьте из белой бумаги вытянутый треугольник. Приклейте к треугольнику бамбуковую палочку. На белом листе бумаги нарисуйте маяк и вырежьте его. В файле сделайте отверстие для бамбуковой палочки. Вставьте бамбуковую палочку в получившееся отверстие так, чтобы треугольник остался внутри файла, а бамбуковая палочка торчала из него. Затем приклейте маяк на файл. Наш маяк готов. Двигая палочкой, вы будете попадать на корабли, указывая им путь.